Далее давайте мы с вами рассмотрим следующий пункт или следующий раздел. Это заполнение отзыва о курсе и оценки курса. Бланк оценка курса и бланк отзыва о курсе. Нам необходимо эти бланки скачать. Мы нажимаем на бланк оценки курса, на ссылочку. Нам появляется такое окно. Мы соглашаемся, нажимаем ОК. И мы скачиваем этот бланк. То же самое мы делаем с следующим бланком. Также нажимаем и скачиваем. Далее. Мы открываем наш бланк. Вот мы открыли с вами наш бланк. И в этом бланке оценка курса. Мы с вами читаем внимательно, что здесь нам говорится, как его заполнять. Выставляем своими оценками. Выбираем буковку Х или букву X. И выставляем ту оценку, которую мы считаем, что она заслуживает того. Итак, как только мы выставили оценки с вами, переходим к следующему. Как только мы все заполним, мы сохраняем этот файл. Нажимаем на дискетку. И запоминаем, куда мы его сохранили. Постарайтесь сохранить его либо на рабочий стол, либо в какие-то в общие документы, куда вы сможете легко добраться. Далее мы с вами нажимаем бланк отзыва о курсе. Также его скачиваем. Мы с вами открыли бланк отзыв о курсе. Внимательно читаем его и стараемся ответить на вопрос. И первый вопрос: что было самым интересным, что вы узнали нового? Вы отвечаете, пишите прямо здесь. Допустим, для меня то-то показалось очень интересным. Далее мы сохраняем, нажимаем на дискетку. Теперь мы с вами попробуем загрузить все наши бланки, которые мы с вами заполнили. Нажимаем на ссылку. Нажимаем «Редактировать ответ». Нажимаем «Плюсик». «Загрузить файл». Нажимаем «Обзор». Я закачивал все это на диск C. Нажимаем «Отзыв». Так, отзыв о курске, о курсе. Нажимаем «Открыть». Загрузить этот файл. Нажимаем снова на чистый листочек. Обзор. Выбираем следующий бланк. Это оценка курса. Загрузить этот файл. Мы с вами видим два загруженных файла. Отзыв о курсе и оценка курса. Далее нажимаем на кнопку «Сохранить». Мы с вами видим, наши отзывы успешно сохранились. И мы переходим на главную страницу нашего курса.